Фурмановский храм во имя иконы Божьей Матери – уникальный памятник архитектуры. Специалисты говорят, что уступает он только храму Василия Блаженного в столице. Возведенный в 1886 году на деньги фабрикантов Скворцовых и Павловых, храм имеет три алтаря. Один в честь убитого внука Ивана Скворцова Владимира, второй в честь Николая Скворцова, центральный в честь иконы всех скорбящих радость. Ну, это древний русский ярославский стиль. Вот, по проекту Зыкова по всей территории России там 4 храма. Вот. Также наши храмы отличают то, что у нас иконостас и вот мраморный. Сюда в святые для христиан дни приходят паломники со всей России. 22 золотых купола видны из разных уголков Фурманова. Знает история храма и мрачный период. В советские времена здесь были сначала склады для удобрений, потом молокозавод. Ограда не сохранилась, внутреннее убранство было серьезно повреждено. Вы сами представляете, что такое молокозавод с их оборудованием. Ну, это было как бы вот производство, конечно, довольно-таки примитивное. Вот. И храм находился, конечно, в плачевном состоянии. Считается, что эта икона оберегает храм. Ее водрузили на стену, как только епархия снова получила церковь в свое ведение в 1989 году. С ней связано несколько легенд о чудотворных исцелениях. Одна женщина Ефимия очень болела, и во сне было это откровение, что вот она излечит эту икону. После исцеления икона, эта чудотворная, была как бы открыта для обращения к нему народа, и народ активно к ней стал прибегать, и получились многие исцеления, утешения в скорбях, печалях, и как бы получил бы большое почитание на Руси. Сейчас храм почти полностью восстановлен на деньги прихожан. Только купол несколько покосился. На его реконструкцию средств не хватает. Из бюджета муниципалитета и страны дотации не поступают. Храм не признан памятником федерального значения. Все жители Фурманова очень гордятся тем, что наш храм, уникальный архитектурный объект, попал в список проекта «Россия-10». И в настоящее время все фурмановцы голосуют на этом проекте за то, чтобы наш храм победил и либо вошел в десятку лучших. Здесь ежедневно идут богослужения, по выходным работает библиотека с церковной и классической литературой, идут занятия в воскресной школе. Служители стараются сделать храм современным. Здесь удивительная атмосфера, буквально физически ощущается, как медленно, но неумолимо течет время. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.